Можно. Три. Три – это скорость очень медленная. Пять – это скорость обыкновенная, с которой вы двигаетесь по городу, в жизни. Три – это медленно. Четыре. Не ронять книги. Пять. Шесть. Семь. Быстрей. Восемь. Ноги поднимаем, не шаркаем. Девять. Девять – это уже почти мы бежать должны. Стоп, спасибо. Сыграем на вылет. Итак, тот, у кого книга упала, тот выходит из игры. Ну хорошо, три раза. Упала три раза, да, вылетел из игры. Поддержку нельзя, да? Естественно, кто... давайте на честно, потому что я всех считать не смогу, да, на честно. Три раза упала, вылетел. Поддерживать нельзя. Ну как поддерживать? Если упала, взял и опять положил на место. Кто-то коснется, то упала тоже еще. Да. Приготовились. И кто последний остался, тот и выиграл. Приготовились. Внимание. Один. Это медленно-примедленно. Два. Чуть-чуть быстрее. Три. Четыре. Пять. Оля, на один раз. Шесть. Семь. Живей. Восемь. Еще живей. Девять. Быстрее. Быстрее двигаемся, быстрее двигаемся. Все, Лена, три раза вышла. Двигаемся. Денис вылетел. Двигаемся. Быстрее. Стоп!